Профессор Института психологии и образования Казанского университета Роза Валеева станет единственным представителем России и выступит спикером на семинаре «Модернизация педагогического образования в Центральной и Восточной Европе», который состоится 2 апреля в здании Европейского парламента в Брюсселе. Пригласили меня прежде всего потому, что в 2017 году тоже в журнале, который выпускает эта ассоциация, Европейская ассоциация исследований в области образования, European Journal for Teacher Education. Вот это, в этом журнале была опубликована статья, в которой я рассказала, с одной стороны, исторические аспекты педобразования в нашей стране, а еще о том, как в Казанском федеральном университете реализуются самые новые идеи в подготовке учителя, которые вот с 2014 года имеют место быть в нашей стране. Роза Валеева представит российскую модель системы образования, а также расскажет об особенностях подготовки учителей в КФУ. Родилась как раз идея о том, чтобы создать, выпустить новую книгу, посвященную постановке педагогического образования в Центральной и Восточной Европе. Первоначально у нас начались вот такие переговоры о том, что собой может представлять эта книга, какие должны быть там разделы, о чем мы будем писать. Как раз Европейская ассоциация педагогического образования эта идея очень понравилась. Нам предложили действительно опубликовать это исследование по завершении работы в очень известном британском издательстве «Routledge». Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.